законных прав и интересов граждан. Есть впечатляющие результаты. Уголовное дело связано со злоупотреблением служебными полномочиями сотрудниками полиции. Было это в Приморском крае. Людей под пытками заставили взять на себя чужую вину, и суд осудил их на 10 лет. Сейчас, в настоящее время, они находятся на свободе. Задача организации – выявление и пресечение любых фактов должностных злоупотреблений, будь то вымогательство взятки, бездействие правоохранительных органов,